Чесов, отвечая на вопросы журналистов, намекал, что покидать пост не собирается и планировал готовить сборную к следующему матчу. Ну, здесь только пока написано Черчесов Станислав Саламович. Он главный тренер сборной по футболу. И на сегодняшний день у меня мысли, как 1 числа, обыграть Хорватию. Черчесов пришел в сборную после провала на Евро-2016, чтобы готовить команду к домашнему чемпионату мира. Сначала был не выход из группы на Кубке Конфедерации, но следом волшебное преображение команды на чемпионате мира и выход на нем в четвертьфинал. Затем крайне уверенно пройденный отбор на Евро-2020. В Лиге наций успешные матчи чередовались болезненными поражениями, но ключевым стал недавний чемпионат Европы, где сборная